Анастасия Макарова из Одинцова, не раздумывая, приняла приглашение на поющий форум, ведь она натура творческая. Творчество я, конечно, люблю. Люблю песни разные всякие. Люблю петь в караоке. Вот у нас в нашем обществе инвалидов это по пятницам караоке проходит. Творчество развивает в людях чувство прекрасного, открывает новые горизонты и помогает преодолевать себя. Арт-терапия посредством живописи – эффективный способ реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Добавить в будни красок на поющем форуме мог любой желающий. Живопись – это медитация, плюс, конечно, самовыражение. Ребята понимают, что получают какой-то результат в процессе работы. И, соответственно, конечно, на этот результат они работают. Это такая маленькая победа. Это очень важно. Как правило, мероприятия подобного рода рассчитаны на особенных детей, а подростки и взрослые остаются в стороне. Организаторы поющего форума, Совет некоммерческих организаций при Общественной палате и фонд «Соратники» решили восстановить справедливость и организовали интеграционную площадку для этих возрастных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья. Основная часть этого мероприятия – интерактивная часть от группы «Аттракцион Воронова». Он отличается тем, что один из участников этой группы активно взаимодействует с людьми с ментальными нарушениями. Он знает, как с ними работать, он знает, как с ними петь, он знает, как с ними танцевать. И те люди, которые никогда не включались и никак себя нигде не проявляли, неожиданно выходят здесь на сцену и поют. Поначалу зрители в зале настороженно отнеслись к брутальным рокерам, но уже во время исполнения первой песни не смогли удержаться, начали подпевать. Самые активные участники концерта аттракциона Воронова получили приглашение на поющий форум, который будет проходить в течение 3 дней в Москве. Кроме того, они получили грамоты и, разумеется, овации. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».